В столицу Забайкальского края, город Читу, приехала делегация школьников-победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». 177 талантливых ребят отправились из Москвы во Владивосток почти 2 недели назад. Чита стала 9-й из 12 остановок на этом пути. Путешественники увидели Уральские горы, озеро Байкал, познакомились с историей и культурой российских городов. Приняли участие в уникальном квесте «Забайкальская перемена». Встреча с региональной командой, а также с опытными педагогами и наставниками в самых разных сферах науки и искусства. Задача – раскрыть индивидуальные способности каждого ученика, помочь проявить себя в жизни. На этом пока все. Будьте с нами.